Боже мой! Боже мой! Повсюду окна открыл! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, мы снова будем играть в игру от Z-Technic Endgame, которая называется The Vermander Curse. Проклятие Вермандера. Я не знаю, что такое Вермандер. Это игра от тех самых создателей, которые сделали «Человек за окном» и The Bit More No Zero, которую мы с вами недавно играли, вот можете посмотреть. Я подумал, что этих ребят очень забавные игры, и почему бы не поиграть в еще одну, без понятия, что там будет происходить, но, скорее всего, что-то сюрреалистичное, смешное, и опять со смешными, очень смешными модельками. Вы хотели меня видеть, мистер Вермандер, сэр? А, Вермандер — это фамилия. Да, боже мой, что с тобой? Кстати, на меня чем-то похож. Ханна, почему доходы в этом месяце не такие, как в прошлом? Я посмотрел на ту бумажку, которую ты мне дала ранее, и мне не нравятся циферки на ней. Я не могу понять, что там вообще такое. Они изменили сумму, которую вам нужно будет жертвовать, чтобы скосить немножечко налогов. Помните, сэр? Они что? Когда? Сэр, я вам напоминал об этом последние 8 месяцев, но все в порядке. Вы сохраните все равно гораздо больше денег, чем если бы не делали списаний, так что... Господь мне свидетель, меня поимели. И я это не потерплю. Никто не может переступать через Джей Пи Вермандера. Нет, сэр. Не сейчас и никогда. Ну, сэр. Куда я задонатил все свои трудом заработанные деньги опять? В госпиталь, сэр. Госпиталь? Какой? Там только один в этом городе, сэр. Единственный госпиталь в этом богом забытом бомжатнике, и они все равно умудряются меня поиметь моими деньгами. Я знаю, как справиться с этой ситуацией. Приготовь ритуал, Хан. И принеси мне мои робы. Что? Мне нравится в этих играх какой дебильный диалог. То есть он не то, что дебильный, он настолько неуместный. Какие-то налоговые послабления, какие-то пожертвования, потом какая-то индейка. Вот в предыдущей игре это все никак не связано с геймплеем. Это просто очень смешно. Ритуал? Но, мистер Вермандер, сэр, пожалуйста, это же вообще не нужно. Люди в госпитале ничего плохого не сделали, сэр. К тому же, разница в доходе между этим месяцем и предыдущим всего лишь 1% меньше, сэр. Это хорошо и все такое, Ханна. Но я не помню, чтобы я спрашивал твоего мнения. А теперь иди. У нас нет времени, чтобы терять его. Уведом меня немедленно, когда все будет готово. Окей, сэр. Мы сейчас нашлем проклятие на госпиталь. И это история игры. Блин, это очень забавно. А это что? Это где мы? Крыса? Огромная крыса? Только что были люди. Это сестра Мортон. Это сестра Мортон. Алло? Эй! Кто-нибудь дома? Я слышу тебя, слышу тебя. Дай мне немножечко минутку. Они угорают, по-моему. Доктор Эда. Да. Здравствуйте, доктор Эда, я полагаю. Это я, кто спрашивает? Прекрасно. Я Мортон, медсестра, которую перевели по вашей просьбе. Перевели по просьбе? Какого хрена ты несешь? Разве вы не спрашивали? Блин, она... Это вроде бы девушка, я понимаю, сестра... Медсестра Мортон, но у нее такая крысиная рожа. Мужская крысиная рожа, даже несмотря на те серьги в ухе. Окей. А разве вы не в курсе? Я уверена, что вы читали имейл по поводу меня. Ничего, у нас интернет вообще хреново пашет. А, подождите, это все-таки парень. Единственное, на что я могу рассчитывать, это старый спутниковый интернет. Связь, спутниковая связь. И у нас этого тоже нету. Но если ты здесь, чтобы помочь, я и не буду жаловаться. Тебе нужно будет много выучить, так что лучше будь внимательным. Потому что я только один раз скажу. Я весь в вашем распоряжении, доктор. Итак. Когда пациент приходит, я пишу информацию здесь, в клипборде.
Разве не лучше ли записывать в компьютере? Нет. Она, получается, муравьета, доктор Еда. Здесь комната ожиданий. И нечего тут про это говорить. Все журналы старее, чем я. И ни один из них нет смысла читать. Он того не стоит. О, боже мой. Это что? Так, мне просто интересно, что здесь нужно будет делать? Почему какие-то люди послали проклятие на госпиталь животных? У нас 8 комнат. И они все заняты. А, есть занятые, а есть нет. Мистер Лэнг Бойд во второй комнате 2А. У него очень болит спина. У него травма спины. Но мы его подчинили, подлатали хорошенько. Миссис Тэмми Гайлс в комнате 4А. Ей нужно зубы подлечить или вырвать. И у нас не очень-то хорошо с анестезией. Так что я дала ей немножечко этого старого, доброго лекарства, которое у меня под раковиной. Ее будет немножечко мутить, но все пройдет отлично, гладко, как шелк. Впечатляюще. И есть еще одна женщина в комнате 1А. Бедняжка порезала свою руку очень сильно на своей работе. Она пыталась ее спрятать, но ее босс увидел это и отправил сюда. Я не смогла узнать ее имя. Поэтому я написала на двери Джейн Доу и просто ее залатала. А, загадка. Интересно, кто она? Нам не нужно спрашивать слишком много вопросов здесь, мистер Мортон. Мы просто хотим помочь. Ясно? Понял вас, доктор. Окей, мы играем Мортоном, получается. У нас тут 2 ванны и 1 операционная, так что... А, еще есть типа кухня. О, замечательно. Здесь свет не очень-то хорошо работает последнюю половину времени. Наши медицинские запасы находятся в комнате ОР, но большинство бутылок пустые, так что, потому что бюджет у нас там маленький. И нечего тут искать в холодильнике, так что даже не смотри. А что-нибудь в этом госпитале функционирует? Как полагается. А не совсем. Вот такие дела. Давай-ка вернемся обратно в приемную, где мы сможем подписать тебя на работу, и чтоб ты начала свою смену. Начал. Вот здесь надо подписать, где тут. Я советую тебе начать искать самому, потому что мне не хочется этим заниматься. Понял вас, доктор, я найду. А тем временем я, пожалуй, пройдусь и посмотрю пациентов. Подходи ко мне, когда тебе что-нибудь нужно. Окей. Стоп! Мы играем ей! Какой неожиданный поворот! Какой длинный нос! Ощущение, как будто огромный хрен у меня. Это просто жесть. О, миссис Осьминог! Как поживаешь, дорогая? А, хорошо. Рука в порядке. А, это Джейн Доу, у которой нет имени. Как рука в порядке? Ты ничего не волнуйся там. Все будет, прирастет как новенькое. Отлично. Спасибо. Тебе, пожалуйста, дорогуша. Постарайся отдохнуть, я скоро зайду. И да, хорошо. Господи, какой неожиданный поворот. Я вообще не ждал то, что я буду играть за это. Здесь никого нету. И ничего нельзя поюзать, к сожалению. Ладно, давайте поговорим еще раз. Доктор, я не хочу обидеть вас или типа того, но эта рабочая станция очень хорошо... Очень не очень хорошо обставлена. Разве вы не думали о том, чтобы как-то организовать рабочие пространства и документы важные? Мне не платят за организацию вещей, мальчик. К тому же, я знаю точно, где что лежит, когда мне нужно. Ну, если это для вас работает, пожалуй, я буду адаптироваться. Хорошо, адаптируйся. Сосунок, тут еще будет мне указывать, как мне свои документы раскладывать. Так. Боже мой. Волк!
Стрёмный волк, а это кто? Это кот? Кот с ляжками голыми? Не задаем вопросов, ребят. Все в порядке здесь? Я в порядке, док. Кстати говоря, я чувствую так, как будто я могу уже идти домой. Видите, он даже не может нормально смеяться без испытывания боли. Поэтому я сказал, Лэнг, дорогуша, пожалуйста, не лезь на крышу, это опасно. Мы можем кому-нибудь заплатить, чтобы там все починили. Но слышал ли он меня? Нет. Он ждал, пока я уйду на работу, и только потом полез сам туда. Немножко дунул ветер, и бам, он упал. Знаешь, я бы мог это сделать, если бы ветер меня не подхватил. Дело не в этом. Тебе не нужно было просто делать это самому. Доктор, пожалуйста, пропишите ему какое-нибудь лекарство, чтобы вылечить его идиотизм. Прости, дорогуша, но я ничего не могу сделать с этим. Это врожденное, это хроническое. Теперь вы двое попытаетесь не ссориться, я скоро зайду. В чем смысл проклятия? Когда проклятие будет? Кто проклятый? Не понимаю. Я, скорее всего, проклят. Жить в таком теле — это проклятие. О, боже мой! Они угорают надо мной, просто угорают. Ладно, ты что есть такое? А как поживаешь, дорогуша? Доктор Эда, что вы здесь делаете? Что, еще не протрезвело, да? Нет. Это ничего, дорогуша. По крайней мере, зуб не будет тебя беспокоить больше. Просто дай немножко времени и постарайся отдохнуть, хорошо? Хорошо. Так, все, это все. Пойду-ка назад к мистеру Мортону. Так, извините. Все, иду к мистеру Мортону. Мортон, мать твою! Доктор Эда. Все, даже звука не было страшно, я обосрался. Да, телефон звонил, так, когда вас не было, я ответил. И звонящий не переставал говорить о каком-то ритуале, демонах, и о своих долгах, и о кредитах, и о налоговых льготах. Так, я что-то там ничего не понял, короче. Я думаю, это, может быть, лучше вам поболтать с ней. Всегда что-то происходит. Что еще очередной день принесет? Это женщина, которая сама подготовила ритуал. А, дорогуша, дорогуша, помедленней. Это все бессмыслица полная. Какие еще люди на другом конце провода? Это невозможно. Пожалуйста, вы должны срочно оттуда уйти. Мой босс, он какой-то ритуал замутил. О, страшный демон. Вот придет, вы все в опасности. А? Ага. И кто, на кого ты там работаешь еще разок? Джей-Пи Вермандер, мадам. Кто этот доктор? Какой-то там городской богач, который переехал сюда, когда унаследовал богатство семьи. Большинство ребят, которые здесь живут, платят ему ренту просто потому, что он владеет землей. Да, это он, точно. Я не знаю все детали, но там кровавый договор с демоном и проклятие, и типа того. Вам лучше срочно уходить. Как только время пробьет 10, вы не сможете покинуть это место. Дорогуша, это же через 2 минуты, даже меньше. И я даже не успею собрать свои вещи и уйти отсюда, свою задницу тащить так быстро. О, боже мой, я не думал, что ставки будут такие высокие в мою первую смену. Но я решителен. Могу ли я чем-то помочь в данной ситуации? Я порылась в старых дневниках Вермандеров. Основываясь на том, что я прочла, если вы выживете до рассвета, демон исчезнет. Но есть куча просто правил, которым нужно следовать, чтобы выжить. Например, каждый час до рассвета демон будет входить в это здание, в которое он был вызван. Он будет ходить по ближайшим коридорам в поисках крови. Специально, особенно в твоей крови. Почему ее? По его собственным правилам нельзя открывать двери, чтобы тебя искать. Поэтому держи их закрытыми.
В какой комнате вы сейчас? На ресепшн. Вам нужно держать это в уме, окей? Когда демон придет, убедитесь, что все в тех же самых комнатах, в которых они были, когда ритуал начался. Если кого-то нету, демон узнает. И как только он знает, кто где, закрытие дверей его не остановит. Если вы готовы, я могу сказать вам, что ждать, когда пробьет 10 часов. Я не собираюсь спускать демона, разгуливать по моему дому исцеления. Просто скажите, что нам нужно делать, милашка. Хорошо. Вот что будет происходить в первую очередь. Демон будет делать большущий акцент на окнах по какой-то причине, так? Он будет стараться использовать свои силы, чтобы открывать окна вокруг себя. Вам нужно будет, и я не знаю, как подчеркнуть это, вам нужно будет закрыть все окна перед тем, как пробьет час. Оставите одно открытым, и демон станет сильнее. И вам этого не нужно, верно? Если вы закончите все, что вам нужно сделать перед тем, как час пробьет, постарайтесь посмотреть на часы. Я уверен, это поможет вам убить немножечко времени. Окей, это таймскип получается будет. Я постараюсь быть на линии всегда, если вам что-нибудь понадобится, что-то повторить. Удачи! Пожалуйста, будьте осторожны! Спасибо, что предупредил нас. О боже! Доктор, а это вот всегда так у вас? Не совсем. Обычно у нас один или два пациента, не больше. Но у нас сегодня три. Это не то, что я имел в виду. Окей. Короче, здесь у нас, да, осьминог в 1А. В 2А кошка-волк. Здесь нет никого. Стоп, двери должны быть закрыты. Все двери, мать его. И в 4А у нас тритончик. Оп! Есть. Здесь кто? It's okay. Блин, как много комнат! Так. Стоп, 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 комната больше, чем кажется. Нет, все окей. Блин, как много. Здесь операционная, таблетки какие-то. Это нам нужно вообще? Это нельзя открыть. Кухня! Окей. Здесь все. И ванная. И закрываем двери. Все двери должны быть закрыты. Сами-то мы что должны сделать? Видимо, просто ждать демона. Смотрим на часы. Почему он не скипается? Что делать? Или мы еще не все сделали? Так, кто-то закрыто? Я и не понимаю. Вроде бы закрыто, или даже его нельзя юзать. О. Непонятно. Мы-то сами куда должны деться? Время! Все окна должны быть закрыты. И тогда он придет. А вот мы стоим! Он бьет нас сейчас! Нет! Хорошо. Я так понимаю, это заново нужно делать. Доктор еще не вернулась. А, нет. Это нехорошо, мэм. Я не могу справиться с этим один. Попытайся остаться спокойным. Ты не один, я здесь с тобой. Ты сможешь это сделать. Просто оставайся спокойным, и я проведу тебя через оставшиеся трудности, хорошо? Есть кое-что, с чем резонирует сила демонов. Это телесигналы, понимаешь? Оно включит любой телевизор, к которому сможет добраться. Когда тот завладеет телеком, он будет мерцать шумом. Вот, это плохо. Если это произойдет, выключи телек сразу. Это его выбьет оттуда ненадолго. Но не оставляй никакой телевизор невыключенный, понятно? Это не очень хорошо кончится для тебя. Блин, все, у нас вторая попытка. Ты что тут творишь? Ты что тут творишь? Иди за мной. Мам, пожалуйста, вот вам нужно идти. Я не готов читать. У меня нет времени. Все, мы вернули. Я думаю, нужно будет ее провожать до нужной комнаты.
Какое говно происходит. Сейчас и меня убьют. Так, ты на месте. Хорошо. Вы на месте. Very good. На месте. Сейчас прошарим по всем комнаткам. По всем абсолютно. Опа, как ты посмел. Да давай. Чё у нас тут? Хорош. Кажется, все сделали. А здесь мы были? И здесь мы были. Все на месте. Стоп. Слышите? Какой-то шум. Телек. Это надо внимательно смотреть комнатки. Все, 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 все. И слушать внимательно. Телеки есть в каждой гребаной комнате. Ну ладно, вроде бы больше не было. Давайте закрываем. Смотрим на часы. Все. А, мы нажали. И оно идет. Кажется. Или нет. Смотрим. А, все. Время 12. Все окна были закрыты. Все телевизоры были выключены. К этому времени медицинские препараты, которые давали Джейн До, закончились. Поэтому она вышла, чтобы что-нибудь с этим сделать. И тогда он пришел. Да какого фига? Она же была у себя в комнате. Ну сейчас он убьет ее. И что, я проиграл игру? Ну все, хана тебе, мразь. Нефиг было выходить. Главное, что мы живы. Джейн До делала все, что могла, чтобы упрятать свою травму от остальных. И причиной тому было знание, что даже в обычной больнице, визит в обычную больницу приведет к тому, что она не увидит больше свою семью. К сожалению, для нее этот страх оправдался. Это что, все? А, что это за шум был? Пожалуйста, скажи мне, что ты не забыл что-то. Ты не можешь позволить этому еще нанести большего ущерба этому демону. Так что, пожалуйста, сфокусируйся, слушай внимательно. Вот что случится в этот раз. Ты удивишься, как много способностей демона резонируют с электроникой. Он может также телефону подключаться и попытается высосать больше энергии для себя. Если ты заметишь, что телефон звонит, ты точно знаешь, что он пытается сделать, верно? Но я понимаю, что это звучит очень глупо. Но тебе нужно поднять телефон и слушать. Внимательно слушать, потому что эта часть очень важна. Если ты что-нибудь услышишь, хоть что-нибудь, на другом конце провода, ты должен прочитать эту мантру. Твое присутствие не радует нас. Пожалуйста, уходи. Не волнуйся, ты запомнишь это, когда придет время. Но если там тишина и никого нету на другом конце провода, тогда молчи. Тишина означает, что он еще не совсем правильно определил локацию телефона. Ведь ты не хочешь давать ему улик, правда? О, он прослушивает еще и телефоны. Пипец, игра замороченная. И такие здесь бредовые реплики, не могу. Где? Так, вы на месте сидите. Все окей. Где? Будет все проклято. Так, закройся. Нет, ты на месте. Я не понимаю, как предотвратить. О, магад. О, магад. Как предотвратить вот это вот хождение по коридору? Я так и не понял. Может быть, надо было дать ей пилюли? Надо было дать, принести, заранее позаботиться об этом. Черт подери. Ну... стоп. Она же сдохла. Да. Так, давайте подберем. Короче, это болеутоляющее. Стоп. Не
Никто не звонит. О, никто не звонит. Я думал, позвонят обязательно. Где? Здесь? Где? А, здесь. Вы слушали внимательно. Вы слышали дыхание. Давайте, прочитать мантру. Вы чувствуете, как его присутствие на другом конце исчезло. Есть. Нету времени. Стоп. Мне нужно быстренько пройтись. Время еще есть. Кажется, нету больше телефонов. Окей. О, смотрите, у меня тоже есть носик смешной. Ну что, попробуем скипнуть? Час ночи. Все двери были закрыты, все телевизоры выключены. И все телефоны были отвечены верно. И тогда оно пришло. Есть! Никто не умрет сегодня. Давай, демон, заходи. Ну и что? Что ты скажешь? Все, он ушел! Есть! Прекрасно. Но эти двери-то он может открыть. Почему он другие не может открывать, кто его знает? Но мы справились очень хорошо. Следующая ночь добавит, точнее, следующий час будут новые какие-то правила. Вот что дальше произойдет. Демон попытается высосать всю энергию из света. Если ты в комнате находишься и увидишь, как лампочка мерцает... Это случается, происходит прямо сейчас. Все, что тебе нужно сделать, это войти в комнату, закрыть дверь, закрыть свои глаза на несколько секунд. Тебе очень нужно будет нажимать пробел у себя в мозгу, чтобы сфокусироваться на этом. А, боже мой. Тебе нужно будет делать так, пока лампа не перестанет мерцать. Делай все правильно, хорошо? И тогда... если ты не сделаешь этого, тогда... О, нет. Ладно, закрываем дверь. Да блин! Так, мысленно жмем пробел. А, стоп. Один раз зажал пробел. Я думаю, надо много раз жать. Есть. Этот дом чист. Надеюсь. Здесь все хорошо. Как у вас дела? Отлично. О, ну. Оно? Нет. Это следующая комната, 3. Слушаем. Вы слышали? Ага, есть. Есть дыхание. Читаем мантру. Отлично, получилось. Лампочки-то не мерцают нигде. It's okay. Окна. Баб, боже мой. Быстрее. Закрыли. Ванной. Какого дьявола? Вернись обратно, бэч! Это зеркало смотрит на меня. Пожалуйста, я верю вам, мэм, но здесь странная вещь происходит, но нужно, чтобы вы вернулись в свою комнату. Хорошо, я пойду. Фух. Слышали? Где-то что-то шипит. Ты зашла к себе? Молодец. Есть! Успел. Главное, никакую дверь не просрать. Вот никакую. Была одна лампочка. Телефон позвонил. Телек поработал. Мне кажется, они не будут снова включаться. Я так думаю. Ведь тоже есть функция такая, ты когда все сделал, идешь обратно в комнату. Ладно, все. Я думаю, мы все сделали. Да блин, дверь! Не в ту сторону открывается. Все, it's okay. У нас осталось 15 минут. Было 2 часа ночи. Все окна были закрыты, все телевизоры были выключены. Больше не было мерцающих лампочек. Все телефоны были отвечены верно. Но ему нужны были
Может быть, надо было поговорить с этими... Боже мой, это голая жирная задница меня сбивает с толку. Да. Надо спрашивать у пациентов, не нужно ли им что-нибудь. Сейчас их грохнут. Сейчас просто нагнут прямо в коридоре больницы. О, нет. Беда. Хана твоей кошки. А потом и тебе. Ты будешь смотреть на это. Да и этого волка можно испугаться самому. Он сам как дьявол. Так. В день, когда случился инцидент, разум Лэнгбойда не осознавал последствий своих действий. Все, о чем он думал, это как сильно будут счастливы его жена и дети, когда он приготовит их любимый ужин. И ужин этот он не смог себе позволить сделать. Разве что он бы использовал деньги, которые сэкономил, очищая крышу самостоятельно. Его лучшие намерения обернулись трагедией для целой семьи. Какие грустные эпитафии мы читаем здесь. Окей, но мы еще живы, это самое главное. Я попробую всех потом спасти. Что это был за шум? Пожалуйста, не говори мне, что ты забыл что-то. Ты не можешь позволить ему нанести еще больше урона, чем он уже принес. Пожалуйста, сфокусируйся, слушай. Последнее, что будет пытаться демон, это ритуальные свечки. У него есть сила... спаунить свечки? Это очень-очень важно. Если ты увидишь ее, потуши. Если ты оставишь ее горящей, демон сможет высосать энергию из этого. Больше он ничего нового не будет выкидывать, так что можешь не волноваться, что появятся новые правила. Хоть я что-то не верю, вот не верю ему. А, и кое-что забыла. Очень важная вещь. Что бы ты ни делал, убедись, что... Я должен делать теперь? Какого дьявола? Я так и знал, что будут проблемы. Я так, блин, и знал. Как мне теперь понять, в какой комнате мерцает лампочка, а в какой нет? Свечки потушил? Черт, это в другой комнате. Стоп! Стоп! Окно... Казалось, что-то я видел. Оу, ты в порядке? Она в порядке. Телефон! Так, слушай. Вы не слышите ничего. Хорошо, ничего не говорить. Окей. Мы смогли. Все хорошо. Стоп. Мерцает же что-то. Так, закрываем дверь. Закрыть глаза. А, надо держать. It's okay. Да, все хорошо. А! Хорошо, что у нее закрыты глаза, иначе бы не сработало. Скорее! Фаста! Еще одно окно! Ты что? Что творишь, гад? Счет! Ну, негодяй, так. Нету больше свечек? Свечек больше нет. А. Все. Кажется, мы все сделали. Белиссимо. Возвращаемся. Все двери закрыты. Все окна закрыты. Эй. Надо посмотреть, только нет здесь свечек. Здесь нет свечек. Что это? Всегда так было здесь зелененький такой? Видимо, всегда. Окей. Ну давай. Было 3 часа ночи. Все окна были закрыты. Все телевизоры были выключены. Никакая лампочка не мерцала, все телефоны были отвечены верно, и все свечки были потушены. И потом он пришел. Да, мы победили здесь, но здесь легко. Я должен обязательно попытаться спасти всех пациентов. Да. Все, он понял, что лоханулся, что он лох! Педальный! Уходи, все, молодец. Отлично. Кажется, это все. А, следующая ночь теперь сразу же начинается. Ну, не ночь, следующий час начинается, и нам нужно снова действовать. Ты не здесь. Это в следующей комнате. Боже мой, повсюду окна. Слушаем. Ничего нету. Где-то там телек играет, я слышу.
Здесь все хорошо. О, no. Здесь лампочка мерцает. Закрываем. Отлично. Как батька работаем. Слышу телек прям. Подбираемся к нему. Здесь все хорошо. Чтоб свечек никаких не было, я бы увидел. Боже мой. Боже мой. Повсюду окна открыл. А! Блин, что это такое? Это демон! Демонит-то! Все, все хорошо, все хорошо. Все окей. Не паникуем. Да, он везде прям открыл окна. Слушайте, ну кажется, мы сделали все, что могли. И все, что должны были. А точно больше никаких правил новых нету? Ты как, вообще в порядке? Она в порядке. Ну ладно. Все, отлично. Справились на ура. Давайте, скип. 4 часа, все отлично, все отлично, все отлично. Да! Здесь мы тоже хорошо сработали. Ну, уже, в принципе, тут не на чем даже лохануться, потому что та спит, бухая, ей не нужны таблетки от бейсбола. Да, и все комнаты есть, мы все знаем, все очень легко увидеть и распознать. Так что никаких проблем больше не будет, все будут спасены, оставшиеся. Это я и она. Окей. Быстрей. Быстрей. У меня считанные секунды. Здесь ничего. Что? О, погодите. Что это значит? Хитрожопый. Надо смотреть на лампочку теперь. Вы ничего не слышите, поэтому ничего не говорите. Хитро. Мне нравится. Мне нравятся эти уловки. Да закройся, дверь. А, лампочка мерцает в туалете. Закрываем зеньки. Открываем. Прекрасно сработано. Так, здесь, кажется, все идеально. Здесь. Все идеально. У тебя телек. Тебе ничего не надо? Нет, ничего не надо. Хорошо. Очень хорошо. Сейчас вообще окна не открыты, да? Заметили? Практически ничего не открыл. Свечка прям стоит возле входа. Ой. Сейчас мы до тебя доберемся, свечка. Хотя мне не нравится, что она стоит так вот прям по-особенному. Как будто как только я подойду, меня напугают. Мне кажется, это скример. Сейчас это будет скример, я уверен. Я уверен, что это будет скример, да? Ты что делаешь? Ты не должен быть здесь! Мы сделали все. Мы сделали абсолютно все. Скип. 5 часов. Все было закрыто. Отлично, отлично. Солнце начало вставать. И демон не мог больше остаться в этом мире. Он уже восполнил свой голод и выполнил часть контракта с Вермандом. Поэтому он ушел из этого мира туда, откуда пришел. Сестра Мортон, медбрат, получается, Мортон, выжил. Он был в безопасности наконец-таки. Угу. Ладно, мы смогли. Однако... Стоп! Нет! Что? Началось расследование исчезновения 3 человек. Расследование, которое было скомпрометировано Вермандером, влиянием Вермандера. Несмотря на его невиновность и недостаток улик, медбрату Мортону выдвинули обвинение в том, что он связан с этими исчезновениями. Когда он сел за решетку, его дочери внезапно пришлось взрослеть без отца. Она была одна. В абсолютно незнакомом городе. И причем она была невиновна во всем этом. Единственный человек, который знал правду, это была Ханна. Но скоро она тоже внезапно исчезла.
и обыскивая ее дом, все, что они смогли найти, это была маленькая странная свеча, которая горела. В конце концов, Джей Пи Вермандер смог сохранить свой 1%. Боже мой, прибыли. И вот что было самое главное. Вот мораль сказки. Боже мой, столько деталей у этой истории, столько персонажей, столько судеб. Это просто невообразимо. Итак, мы должны, как я и обещал, все исправить. Всех должны спасти. Берем таблетки. Только я не понимаю, как дать эти таблетки. Ладно, сейчас, видимо, этого не нужно делать. Скип час. Ах да, в первую ночь мы же лишились именно, как ты ее называют, муравьеда, миссис муравьед, врачихи. Так, мы прошли. Все в порядке. Иди обратно к себе. Как у вас дела? Болит? Да. Нужно обязательно ей таблеточку дать. Оп. Лампочка мерцает. Закрыли глаза. Открыли глаза. Берем прекрасные таблеточки. Бери. Бежим. Суем ей таблетку. Мадам. Спасибо. Скип. Отлично сработано. Демон пришел, понял, что всосал и уходит. Теперь будет проблема с телеками. Телек нахрен. А, хорошо, им нужно будет дать таблетку. Мы все сделали? Есть! Очередной час прошел успешно. Свет вырубили. Нафиг свечку. Эй. Как трудно из-за носа. Еще и телефон сразу, и телек. Слушаем. Ничего не говорить. Так, ты в порядке? Во-первых, телек. Во-вторых, дверь. Во-вторых, в-третьих, в-четвертых, свет. Все хорошо, она спит. Возможно, мертва. Кто ее знает? Че, везде, что ли, телеки включились? Ты в порядке? Реально везде телеки включились? О, блин, вон он там был! Я видел! Все, все спят. Все тут же уснули. А, нет! Тут же уснули, когда свет выключился. Закрыть! О, вижу свечку. Сейчас мы увидим его. Да, вон эта мразь. Но он слабеет, потому что мы умные, сильные и храбрые. Мы знаем, как с ним сражаться. Мы знаем, что он ненавидит мантру. Что он ненавидит, когда свечки не горят. Когда телек не шипит. Все? Мы все сделали. Стоп. Все закрыты двери? Все закрыты. Скип! Солнце начало вставать, и демон больше не мог оставаться в этом мире. Однако, из-за нарушения пакта с Вермандом, не было крови пролито в эту ночь. И самая важная часть этого пакта не была удовлетворена. Что означало, что соглашение теперь расторгнуто. Спустя поколения, порабощенные Вермандерами, демон наконец-таки стал свободен. И хотя демон знал, что у него осталось не так много времени, он точно знал, как собирается потратить свои последние моменты. О, мы сейчас увидим кат-сцену! Как он Вермандера замочит, да? Да, он идет к нему. Ах ты, бич, иди сюда! Повернись. Ханна, что ты делаешь тут так рано? Ханна? У него изменится лицо? А, это ты. У тебя что, работы, что ли, нет? Что тебе надо? А он еще не понимает, да, что ему грозит сейчас. Почему ты на меня так смотришь? Не смей забывать, что ты работаешь на меня, мистер. Я приказываю тебе свалить отсюда. Почему ты не слушаешь меня? Ты тупой! Но, по крайней мере, он умер с этой довольной ухмылкой на лице. Гневные вопли демона эхом пролетели сквозь город этим утром. А затем все стало смертельно тихим. Оказалось, Ханна не покидала владения Верманда прошлой ночью. Она была слишком уставшей, чтобы возвращаться домой после всех этих инструкций, которые она говорила по телефону в больницу. Вместо этого она уснула в одной из свободных комнат поместья.
Она проснулась от страшного шума, который доносился сверху. Ханна забралась по лестнице и быстро направилась в офис. Внутри лежал Джей-Пи Вермандер. Избитый, неподвижный и абсолютно истерзанный. Но несмотря на все странности, он был все еще жив. Ханне предстояло сделать выбор. Большая ее часть хотела просто оставить его там, чтобы проучить его за то, что он сделал с остальными. Она собралась, чтобы уходить, но где-то внутри она понимала, что это неправильно. Каким бы плохим он ни был, она не может вот так вот скатиться до его уровня. Поэтому она позвала на помощь. Опа, он в этой больнице, на которую он проклятие наслал. Как иронично обернулись события. Жизнь Джей-Пи Вермандера спасла та самая больница, от которой он хотел избавиться. Несмотря на оправданный абсолютно гнев на этого мужчину, доктор Эда и медбрат Мортон хорошо к нему отнеслись, как к обычному рядовому пациенту. И он очень скоро пошел на поправку. Как будто я читаю очень дешевую детскую сказку. Она настолько идиотская, что даже прикольно. Во время своего пребывания в госпитале ему даже дали комнату возле ресепшена. День за днем он наблюдал, как пациенты приходили и уходили. Он смотрел, как госпиталь, единственный доктор в госпитале и обычный медбрат делали все возможное для каждого пациента, который приезжал. И пока он смотрел, он кое-что осознал. Эти странные числа на этом маленьком кусочке бумаги что-то означали. Цифры означали людей настоящих. Людей с их жизнями и эмоциями. Людей, которые просто хотели получить помощь, которую заслужили. Ему понадобилось столкнуться лицом к лицу со смертью, с страшным демоном и ужасным пребыванием в больнице. Но Джей-Пи наконец-таки почувствовал, что ни один Вермандер не чувствовал долгое время раскаяния. Господи, как много этого идиотского текста! Продолжаем читать. Я очень хочу узнать все струнки души, чтобы дернули для меня и разжевали все эмоции Вермандера прямо здесь и сейчас. И он поклялся сделать все возможное, что в его силах, чтобы заплатить по счетам. О, это конец, последний, боже мой. Я просто... Боже мой, нет. Однако, из-за того, что пакт с дьяволом был нарушен, большая часть состояния и, в общем, все, что у него было... было потеряно из-за долгов. Без других вариантов Джей-Пи продал свое поместье, чтобы выплатить свои обязательства. На свои оставшиеся остатки своего богатства, точнее, он пожертвовал госпиталю. Вот. В знак доброй воли доктор Эда позволил ему остаться в одной из свободных комнат, пока он не станет на ноги. Сейчас он работает в доставке еды и сводит концы с концами, поскольку он больше ни на что не пригоден был. Однако он скучает по своим деньгам и своему старому стилю жизни. В конце концов, он благодарен, что просто остался жив. Пожалуйста, хватит. Блин, здесь не хватает такой, знаете, крутой музыки, как в конце фильма. Такой бравый, когда пишут, что произошло с персонажами после фильма. Мортон управлялся со своей новой работой медбрата прекрасно. Несмотря на его первую ночь, он очень полюбил странный новый город и его граждан. У меня уже горло болит это читать. Вскоре он понял, что это решение, которое он принял сюда переехать, было лучшим для его и его дочери. Эда, вот мы про Эду еще не узнали, все еще лучшая и единственная врачиха в городе. Она планирует использовать все пожертвованные деньги, чтобы реновацию устроить в госпитале, чтобы они могли обеспечить лучшую заботу о своих пациентах на годы вперед. И теперь у них есть реальный бюджет, на который она решила нанять этого ресепшаниста. Короче, кто? Ханна с радостью приняла эту должность. Она рада, что наконец-таки у нее есть начальник, который ценит ее труд.
Вот. Ребят, оцените мой труд, читая этот бред. Лайком, пожалуйста. И... Несмотря на то, что ей понадобилось время, чтобы она простила Вермандера за его плохие вот проклятые поступки, госпиталь ожидала светлое будущее, и все было, в общем, классно. Это все, что имело значение. Не хватает растянуться в такой кошачьей улыбке. Такой... А что стало с демоном? Проклятие Вермандера. 3 звезды мы получили. 3, мать его, звезды. Браво, браво, класс. Нет, нет. Это... Я почему издевался над этим текстом? Потому что я понимаю, что это, ну... Автор игры просто угорает. Он просто угорает над нами. Он заставляет читать эту чушь. Эту, знаете, такую нарочитую детсадовскую чушь. Чтобы... Ты прям такой, да сколько можно это читать? Это игра не настолько, вот, не требуется этого всего. Вот, это просто троллинг высшего уровня, как мне кажется. Ой, как я устал читать это. Но это было смешно. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось. Советуйте мне еще подобные игры. Месяц хорроров продолжается. Хоть пусть он будет 100 лет идти, но он будет продолжаться, пока меня прет. С вами был Юджин, и всем 5!